Да, мы, короче, ехали в электричке с Тёмычем, видит мужик в тамбуре такой, знаешь, у него на руке нет вообще ни одного пальца, только вот от этого такой, знаешь, обрубок реально полторы фаланги. Ну, то есть он свою технику безопасности знает, как свои четыре пальца, да? Презервовщик, да, настоящий. Пьяное ебаное быдло, блядь. Ну, короче говоря, у них, у него, он палец, знаешь, как использует? Для чего? Представляешь, единственный палец на руке, он чтобы пиво держать. Вот так он реально еле держит. Я думал, у меня истерика будет. Это пиздец, он реально держит, как Тёма говорит, пивка?